Всем добрый день. Продолжаю я вот пересаживать. Это все отводки, сделанные в том году. На одну рамку пчелы. Повторюсь, сегодня 19 февраля. Объем их такой. Вот. Соответственно, чтобы все могли посмотреть, что из этого выходит. Так. Погода хорошая, вот, поэтому на улице где-то 12 градусов, вот. Но ветра нету. Вчера был ветер жуткий, поэтому так, ну вот это пустая. Я ничего тут модифицировать не буду, просто вот как они есть, рамки, переставлю. Ну, пересажу, в общем, в другой ящик. Да, корма, конечно, не подъели. Покажу. Вот. Так, тут тоже подъедено. Угу. Ладно. Ну, соберем пока так, как оно есть. Так, 4, так, 4. Угу. Так. Так. Вот смотрите, расплод. Вот я покажу, если камера. Вот. Вот расплод. Соответственно, корма тут есть. Бери, не хочу. Просто перебираем, пересаживаем их и все. Можно было, конечно, перегородку поставить, но сейчас я делать этого не буду. Значит, пересадили. Теперь смотрим. Подмора нету. Вот. Осыпи пчелы нету. Так что, можно сказать, идеальная зимовка. Вот. Корма у них есть. Рейки на место. Вот. Как бы им еще сидеть и сидеть. Так. С этих холстов стряхиваем все. Вот. Все. Холстик с этого ящика полевой вложим. Вот. Как бы все, на ящик пересадили.
закрыли это дело. Вот. Всем удачи, до новых встреч.